любимыми не расставайтесь, по мотивам фильма. Порой мы, не зная в жизни счастья, не ищем где-то большего, чем есть. Но, к счастью, мало сами что решаем, когда в судьбу приходит день чудес. Когда все вроде бы совсем обычно, друзей собрав гурьбой под Новый год, идем на отдых в баню по привычке, чтоб смыть с души за год весь груз забот. А где-то в зимней северной столице склонилась девушка, красивая к окну. Грустит одна, и ей совсем не спится. Бегут часы, нарушив тишину. Все вроде есть, и парень, и работа, но в сердце не хватает огонька. Не чувствует она душой заботы, поэтому в глазах живет тоска. Мы выпили, казалось, что немного. Все спуталось в тот день, как дважды два. И вместо друга я уже в дороге на самолете, вдруг не он, а я. Случилась же такая авантюра в чудесный день под самый Новый год. Когда судьба под заговор с Амуром мне в Ленинград, друг, выдала полет. Все шло стремительно на полуавтомате. Такси спросил, куда мне вас везти? Ответив адрес свой, подумал, очень кстати, что буду дома я уже к 6. Поднялся быстро к 25-й двери, ведь скоро будет праздник Новый год. И как и все, я очень, очень верил, что чудо в нем со мной произойдет. Открылась дверь, и встретилось два взгляда. На миг забылись сразу все слова. Вы кто? Откуда? Почему вы рядом? Смогли друг другу вымолвить едва. И в этот день вся жизнь перевернулась. Та встреча очень яркий миг судьбы. С квартирной дверью счастье распахнулось, услышав одиноких душ мольбы. Все спутав, победилось расстояние. Судьба чужая может стать родной. И даже если дольше расставание, его ты победишь любой ценой. Пусть и не сразу, лет через десятки, вернешься, чтоб в душе огонь зажить. Такие вот устрел любви в порядке. И с ними игры точно стоят свечи.